привет! А я начинаю сегодня новый хоррор, психологический хоррор под названием Transference. Переводится как перенос, перемещение. В зависимости от того, в каком контексте используется данное слово, так и будет переводиться. Но здесь, я думаю, все-таки будет иметь значение Transference как перемещение душ, наверное, или еще чего-то. Потому что все-таки хоррор. Игра от самого известнейшего, самого любящего всеми хоббита нашей планеты, от Элайджа Вуда. Ну, конечно, совмещенно с корпорацией Ubisoft. Надеюсь, вышек и всевозможного бреда Ubisoft здесь не будет. Будет просто обыкновенный шутан с элементами хоррора. Игра пробегается... Некоторые пробегают ее за час 20, за час 30. Но полное прохождение я читал около 3 часов 20 минут. Если выполнять дополнительные какие-то квесты, либо обследовать полностью весь предложенный нам контент. Так, ну что ж, начнем. Так, настройки. А где это будет? Графика, наверное. Нет, отображение. Да, вот отображение субтитров есть. Вот субтитры нам надо, потому что игра на английском, но в переводе на русском. Да, придется опять слушать мой нудный голос. Но, я думаю, оно того будет. Так, ну что, поехали. Новая игра. Так, ну, по яркости нормально. Harmony Labs. О, дали какой извращенчик. First. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за бесценный опыт совместной работы. Я в вашем исследовании великих и древних. Я нашел ключ. В это время он был прямо перед нами. Нужно было лишь захотеть его увидеть. И использовать. И сейчас я открыл дверь. Возможно взять всю когнитивную систему из нашего мира и поместить ее в идеальное виртуальное пространство. Первое. Точная копия сознания. Вечная жизнь. Поэтому и перемещение так называется игра. Мы с семьей переезжаем. Куда ты переезжаешь? Но мы рассчитываем скоро с вами увидеться. Мне столько предстоит вам показать. Финал пропал. Ну, при этом, я так понимаю, вот это и есть мир, виртуальная реальность. Правильно? Так, ну чё? Ничего нам не объяснили. Боже, а чё ж ты так медленно ходишь-то? Не, действительно, очень медленно ходишь. Только обойдем дом, может. Идем там, я не знаю. Очень медленно. Это присесть у нас есть. Ой-ой-ой. Да ну. Засветилось. Да ну брось ты. Не понял. В смысле? Я дом обойти не могу. Смотри, я как бы иду за дом. Оп! И сразу же получается я обратно спереди дома. Обходить, что-то искать, приключения искать на пятую точку я не могу, прикинь. Прикольно сделали, а реально, если это VR-шлеме, вообще просто. То есть ты будешь идти только по запланированному пути. Улица, ключ, прихожей. Какой-то файл. Допустим. Ну и чё? Куда все подевались? Закрыто у меня здесь. Я его дергаю. Мне надо ключ. А, понятно. Улица от ключи находится в прихожей. Или как? Называть. Что у нас тут? А, потерялась собака. Овчарочка.
Я не знаю, вообще надо мне это, не надо. Что, что? А вот ключ какой-то я вижу. Так, ключ мы нашли. Не-не-не-не, взять ключ, взять ключ. Ну, я не знаю, ну, хотелось бы как-то побыстрее бегать, если честно. Очень хотелось бы побыстрее бегать, меня это прям не устраивает. Так медленно он идет. А если нам надо убегать, значит убегать не надо. Стелса, соответственно, тоже, скорее всего, что не будет. Ключ подошел, что им сказать. А, так его надо повернуть. Прям так все реалистично, я хочу. Не могу найти папу. Не могу найти маму. А, так. Saving inside. Хранение что-то не big sales, большие распродажи. От 20 до 80%. Только здесь и сейчас. Нельзя это. О-о-о! Как-то. О! Купон на скидку. Внутри. От 20 до 80%. Понятно, вот как нам надо читать. А как это кинуть? Это что у нас? Буклет из ресторана. Четверг. Устриц, по всей видимости. Так, A, B, T, D, F, G. А, звуки это а это один, ну, а файл отсутствует, видимо какая-то головоломка. Давай что-то попробовать, неудобно сказать. Нет, все, понял. Надо подбирать. Не-не-не. Янка. А. Нет. Как-то нет. Как-то ноу. Отстреливает, а что отстреливает? Как мы здесь оказались? Да как-то оказались? Ага! Чтобы войти, надо пропердеть вот эту мелодию. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. До-ре-ми. До на дополнитель. Хорошо, а как определить, что здесь так делать? Ага. Нет. Нет, это совсем какая-то незвучащая фишка. Нет. До. Нет. А может вообще? До. Нет. Ну блин, ну какую-то еще подсказку-то можете дать? Да, понятно. Может и 5 часов здесь получится мне походить, поквитаться, поскитаться. Не, ну, по-любому. Вообще такого нет. А вообще ее открыть могу? Да, боже. Ха-ха, батюшки ты мой. Открывайся. Кто тут? Нотный лист. Ну понятно. C, D. C, D, E, F. C. Все ясно. C. Е.
кроличью нору написано. Так открылось. Я там смотрю, у меня еще дальше. А не хочет больше? Хочешь, вот так? Вот так вот быстро? А, сдается квартира с тремя спальнями. Великолепное начало. Это мне нравится. Это нам по душе. Кейтрин Хейс, уроки фортепиано. Ну понятно, кто придумал. Кто придумал этот замок к этой двери, этот домофон. Трудно не догадаться. Фирма-перевозчик, поможем вам переехать. Спасибо. Спасибо. Признателен. Помогите мне. Да блин, пожалуйста. Это было не. Фига. Это было не страшно, потому что я в это время читал. Если бы я это прям перед глазами смотрел, то скримак бы получился, я думаю, очень страшный. А я в это время читал субтитры. Поэтому я как бы отвлекся. Совсем. Вот вам, пожалуйста. Занято. Занято. Не курить. No smoking. Занято. Занято. Не занято. Что делать? Ой. Видимо, напрасно я свет выключил. А не, нормально. Наоборот, хорошо. Мы зашли, да? Так, все, за нами закрылось. Окей. Занято. Пожарная тревога, извещатель. Ну, в принципе, здесь сейчас и находились в этой комнате. Занято. Кто-нибудь должен спасти нас. Кто? Кого? Кто это говорит? Так, фортепиано. Вот, вот это только я не читал, да? А что-то не так со светом? Да ну, вы что, серьезно, что ли? Прям со светом только что-то не так? Или здесь много с чем не так-то? Ты всего лишь сон? Смотри, со светом имеется в виду, вот я не... Мне не нравятся эти звуки. Блин. Take me to the machine. Отведи меня к устройству. Блин, что-то я труханул. Отведи меня, говорит, к устройству. Меня тут, а, опять что ли свет выключать? Типа перезагружается, я не могу понять. Типа, матрица сбой. Отведи меня к устройству. Ну так вот, со светом проблемы, меня там схавали. А, наверх надо идти включать свет. Все. Ну так бы сразу и сказали, а то вон рожицы какие-то нарисовали. Я хотел пойти посмотреть, а там это, цап-царап. Цап-цабэ, цуде-сюде. Да, электрик у них тут явно хороший. Сразу видно. Профессионал. А дверь-то занята. И как мне туда вообще попасть, если на то пошло? Надо что-то со светом сделать. Так. Ну вот и последний этаж как бы. Тут занято тоже. Чуть валяется. Значок Амбреллы, что ли? А, буклет из китайского ресторана. Take our order. Open открыто с 10 до 11. Не знаю, мне это не помогло. Вон еще что-то валяется. Уведомление о выселении. Мистер Уэллер. Вам пора. Хорошо, что здесь очень мало читать. Я хочу сказать. Не очень много читаний, но я не люблю как таковую. Но оно не открывается, все равно как бы и B, C, D, E, F, G. Блин, и нафиг я это выключил. А, с помощью светиль... С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения. Днем рождения. Я не понимаю, как мы сюда попали. Тебе. Молоток написано. Теперь написано дверной молоток. Нам надо найти файл отсутствует. Нам надо найти просто дверной молоток, я так думаю. Да? Чтобы открывать эти двери в этом мире. Как бы вижу.
Рождение тебе, днем рождения. А, так все, смотри, я обратно в этой петле. Оп. А лестница этого пеннивайзера, да? Прикольно. У меня нет молотка, так а что я теперь сделаю? Опять попробовать выйти отсюда. А это что, это нельзя взять. Как-то... А, во-во-во. Эюшку взяли мы. Взяли эюшку. Она сюда не вставляется, эюшка. Эй, эй. Ну, я не знаю, а у меня эй останется, если я перемещусь обратно в нормальный... Да, у меня эй осталось. У меня осталось эй. Осталось эй. Ну, это си. Это си. Блин, прям так, знаешь, что-то немножко, конечно, накаляет обстановка эта. Ну вот, эй. У меня эйушка есть. Не открывает все равно дверь. А зачем мне эта буква А, блин? Алфавитная. Что мне с ней сделать? О, свет зажегся, смотри. Фига. Этот тук-тук не с добра. Этот тук-тук, отвечаю, не с добра. Блин, все ближе и ближе. Я не хочу смотреть назад. Откройте, сволочи. Хэппи дэдди. Дэд мам. Счастливый папа. А мама нет. Вот зачем мне идти на этот звук? О, блин, стучит, как видал. О, компы всякие. А, помните сериал «Компьютерщики»? У них точно такой же был подвал с компами. Ёлки-палки. Че включаешься? Ну, сейчас я тебя возьму. А, типа мы поменяли? Нормально, смотри, взяли так. Поменяли эйшечку на сишечку. Си-си-си. Так, ну я надеюсь, сейчас ничего такого не произойдет сверхъестественного. Нам вообще... А нам надо вообще это? Ну да, нам надо обратно. Я так думаю, в том мире ничего случиться не может. Только в настоящем может тебя что-то испугать. В этом только вот. Кто тебя напугает, так это бесконечная лестница в никуда. Помоги моему папе. Я вот пытаюсь... Выполняется. Есть кто-нибудь дома? Инициализация, компиляция завершена. Отлично. Это наш дом. О, блин. Эй, стоямба, подожди. Help, let me go. Let me go. У вас есть одно новое сообщение. У вас есть одно. Давай за ним сбегаем. Ну, мы, правда, бегать не можем, но он куда-то убежит. Он вас видел? Она вас видела? Открывай, пацан, ты кто такой? Что тебе надо в моем доме? Помогите нам выбраться отсюда. Я тебе помогу выбраться. Квитанция в оплате видел? Вы не видели мою? Я не видел. Коммуналку как бы платить думаешь? Так, тут паспорт. Ну, по-моему, все логично. Наверное, нет. Блин, ну смотри, прикольно, да? И так домик сделан, все разукрашено, расписано. Мне нравится. У нас есть одно, кстати, сообщение новое. Думаю, его надо включить и прочитать. У вас есть одно новое сообщение. Музыкальный магазин «Гармония». Открытие 2010. Гармония, гармония, гармония. О, это же у Жени с Севастополя, кстати. Гармония. YouTube-канал такой есть, там они выкладывают свои все растения, которые, которыми занимаются. Guys, ребята, это мама. Я сегодня немного задержусь в студии. Пенни, я думаю, тебе понравится моя новая песня. Там есть кусочек, который я написал специально для тебя. Послушай. Ну,
где-то на белом свете, там, где всегда рутся спиной медведи. Та-та-та-та-та. Стырили у Гайдая 100 баллов. Все стырено, все стырено. О, смотри, как я удачно нажал на кнопку. И что у нас? Читательский билет. Бенджамин Хейтс. Хорошо. Вот. Дай все пожмяк. Билет на концерт. Один взрослый. А на концерт чего? Классический концерт. Плохо. Второй тоже? Один детский. Один взрослый, один детский. Понял. Кассета. Выполняется. Меню. Имеется новая запись. Вот такой. Чё и как мне ее прослушать? И чё у нас? Блок плей. Промотание. Расстроено немножко. Камертон. Его надо куда-то ударить и вставить, и тогда можно будет поднастроить, я думаю. Это безобразие. И у нас есть еще кассета. Подожди, я сейчас... дневники. Наверное, вот это, нет? Ну вот. Да, наверное, это оно. Happy birthday, днем рождения, дорогой Бенджамин, с днем рождения. Happy birthday to you. Ну, чё так все, блин, прям мутно смотри. Да давай свечи. Хотите знать, что я загадал? Такое нельзя говорить. Оставь его в покое. Можно тебя на минутку? У тебя проблемы, мужик. У тебя реальные проблемы. Знаешь, день рождения у него раз в году. Может как-то... Да, он счастлив. Он несчастлив. Счастлив он. Ты не обращаешь на него внимания. Даже песню не поешь. Да я только честно... Пап! Ну уже... Почему он не может так раз в году? Понятно. Короче, непереводимый диалект, они просто ссорятся. Прям на дне рождения у своего ребенка. Психологические травмы все. Короче, мужик никак не играл никакую роль в развитии своих детей. Никак их не поддерживал, никак их не лелеял, не игрался с ними. Это очень плохо, хочу вам сказать. Очень-очень плохо. Пёсик, смотри, первый день лайки дома. Лайки, я думаю, это не порода, это, я думаю, кличка собаки, потому что на лайку это не похоже. Лайка, лайка. О, блин. А, не-не-не, закрой. Что нам куда идти? Так, у нас здесь имеется паспорт. У нас есть камертон. Ну, что-нибудь скажи, скажи что-нибудь, скажи. Паспорт. А, я даже пока, кстати, и написать ничего не могу. Ну, давай попробуем выключить свет, переместиться. Может, что-то будет более... Это я был совсем в другом мире, получается. Блин, я даже не обратил внимания, что я не... Здравствуйте, это... Реймонд Хейс. Кейтин Хейс и Бенджамин Хейс. Пожалуйста, оставьте сообщение. Кэт, ты там как? Прошло сколько? Прошло 2 недели с тех пор, как мы разговаривали. Я с ума начинаю сходить. Алло, есть там кто-нибудь? Алло? Алло? Так, я вызываю полицию. Если ты на Фиджи, а мне не сказала, я тебя убью. Проездной. На такси, что ли, проездной или на троллейбус? Список телефонов. Я не знаю, это неважная, наверное, информация совсем. О, а здесь у нас, кстати, двери открываются, прикольно. Смотри, вещей-то нет. Кто спер вещи? Наш дом обнесли, а мы даже и не в курсе, да? Дом-то обнесли по полной. Все сперли, только телефон с автоответчиком оставили. О, блин, смотри, какие-то надо три лампы.
кристалла, даже не лампы кристалла. Вот. Один кристалл у нас есть. Правильно? А, странное устройство. А, устройство очень... Кстати. Блин, я весь дом даже не обошел, не обсмотрел. С днем рождения тебя. А, вот, кстати, это та кассету, которую я открыл. Эй, что ты загадал? Не могу сказать. Оставь ее в покое. Ну что, начинай. Оставь ее. Тихо. Так, ясно. О, я весь даже дом не обыскал. Блин, плохо. Плохо. А, я снова в доме. Я снова в доме. Что происходит? Что это такое? О, блин, туда ответь мне, пожалуйста. А как я тебе отвечу? Мне тут не нравится. Да и мне тоже не нравится. Поверь мне, братан. Папа, папа! Ида, наука для детей. Я знаю, что надо делать. Знаешь, что надо делать? Классно. Тут что-то есть, что-то страшное. Зубная паста со вкусом жевательной резинки. Это Биг Бен, Бенджамин. Прием. Подводная лодка. Папа, ты здесь? Игрушечная подводная лодка. Биг Бен, Реймон, прием, прием. Скажи, что мне делать, пожалуйста. Так, ну... Сос, сос. А где? Реймон, как слышно, прием. Надо где-то взять эту. Рацию уж, наверное, где-то надо взять, нет? Блин, подожди, смотри, какая стрёмная эта фотка. Он знает, что делать. Ну, классно. Классно, шкаф, классно. Подожди, как где это говорит? Прием, ну я понял. О, подожди, я вот сюда не лазил. Пластырь. Понятно, детская зубная щетка. Сироп от кашля. Он пытается со мной на связь выйти. Так а как? Подожди, а может быть к телефону подойти? Странно, что папа не разговаривает. Я просто не хочу чего-то упускать, если честно. Ну ладно, пошли в ту открывающуюся дверь. Но мне тут мне тут очень не нравится, да и голос сумми. А, вот, подожди. Подожди, давай. Давай-ка. Все, чуть-чуть. Наверное, сейчас с помощью рации с ним смогу связаться. Вот это, по-моему, кстати, знак СОС, нет? Еще какой-то звук.
Ну там какие-то звуки были определенные. О. This is WSBT-FM, Greater Boston's Home of the Hits. Japan has passed a $49 billion emergency budget. Сейчас еще попробую. Rebuild the Northwest region devastated by last March's earthquake and tsunami. Our top story: Osama bin Laden is dead. Osama bin Laden, говорят, News of bin Laden's death has sent oil shares plummeting, while U.S. and Asian stock markets show significant gains. Какие-то цифры называют. Кто-то поет. Не, я сейчас все просто прослушаю. Не знаю, для чего это. Или я чего-то не сделал, или что-то не... А, комнаты, радио. Верно подобранная... А, неверно подобранная частота. Подлечу. Или это может не здесь надо подбирать? Не, совсем. Это я здесь. О, не отдогоняй. А если так вот попробуем давай переместиться в нормальный мир, может там можно с радио сделать. Блин, а я тут стою просто, ну, куплю. Просто тупо куплю. Ой, это неправильно говорит. Это что у нас такое? Там нужно найти решение. Несколько перспектив и стабильность. Добери продукты, ужин в 6. Целую, Рэй. Мой день рождения. Университет делает первые шаги в нейронауку. Ты меня слышишь, говорит, пожалуйста. Мы застряли.
О! Почему ты не отвечаешь? Как мне найти нужную частоту? Ап, это ты? Все работает не так, как было задумано, я застрял. Но это неправильно. Я в своей комнате. Бен, я что-то слышу. Это же не сон, правда? Пушка с бостонской научной выставки. Ben, it's me, это я, Бенджамин, твой сын. Бенджи, это ты? А тут дверь-то была. Занято. Здесь, пожалуйста, где Лайка? Где Лайки, наверное. Здесь понятно. Вообще дверь не поддается. The atoms or elementary particles themselves are not real. Атомы, я боюсь, папа, тут очень страшно. World of potentialities or possibilities. Rather than one of things or facts. Что-то пошло не так, Закс. Определенно что-то пошло не так. Блин, смотри. 5 минут назад нас вынесли, а теперь техника полного дома. Дом полной техники. Кинематика. Заменить музыку. Вселенная — это симфония струн. Кофейная кружинка. Музыкальный магазин. Гармония. Гармония. А сейчас выберешься-то. Подожди, а может быть, так-то все и плохо? Подожди. Не, на улицу мы не пойдем. Нам и в доме здесь неплохо, я хочу сказать. Может, теперь обратно переместиться, кстати? И может, сейчас тут вот этот промежуток... Ну, в смысле неправильно. Это надолго, мы же тут правильно там подняем. Как паспорт подобрать? Блин, ну слышь, вообще ничего не объясняю. Тут какие-то, блин, дверь книжками какая-то. Знаешь, так обстановочка мне уже нравится, но немножко начинает... Не знаю, как это сказать. Наскучивать, что ли? Я так понимаю, что локации меняться совсем не будут. Мы будем только конкретно вот в этом доме и в этой квартире. Я так понимаю, нам надо как-то пробраться к малому, спасти, но... Пишет, что неправильно подобранная... Неправильно подобранная частота. Хотя я уже и так пробовал, да? Подожди, может... Это может быть какая-то записка или еще что-то вот в нормальном мире. Ну, тут-то мы... Статуту-то мы здесь подобрали правильно, да? То есть... Хотя подожди... А, все, он у меня больше нет. О, тачки. Зачем нам? Тут за электричество, последнее уведомление. Тут за электричество. У вас задолженность, я понял. Кусачки. А что мне ими кусить? А может, не их кусачки вообще надо в тот мир перенести? Я там ничего не видел такого, чтобы можно было кусануть. Так,
Ну это мы тут... Или, блин, кто тут валяется? Моль? Ты меня слышишь? Короче, все друг друга ищут, но найти не могут. Нужна какая-то определенная чистота. Да-да-да, это сон. Тут где-то вот на этих стенах написано, не знаю, но вот я думаю, это был бы полным бредом. Что ты так за собаку-то переживаешь? Нет, это, конечно, понятно, похвально, очень похвально, но не могли бы вы мне помочь, как вас спасти? Я думаю, это было бы на руку всем, и лайки, и Бенджамину, и папе. Я думаю, мы были бы неплохой командой. Ну хорошо. Я возьму с собой кусачки, только не знаю зачем. Мне кусачки. Пролезем, не? Нет. Он так не работает, к сожалению. Ну видишь, открывает там что-то. У меня кусачки есть. Кусачки нет. Надо найти правильную частоту, я так понимаю. Да, ну как ее найти? Мы ж пополним. Мужик стоит с кусачками, блин, радио крутит. Ну что за ерунда? Ну это СОС сигнал подается, я так думаю. Но я не думаю, что оно должно застопориться, типа загореться. О, блин, радиочастота, нормально, наконец-то. Что я с кусачками делаю? Бенджамин, Бен, ты там? Ты меня слышишь? Папа, папочка, это ты? Я здесь, Бенджамин. Как же я рад слышать твой голос. Не страшно, папа, здесь что-то есть. Здесь со мной рядом. Не бойся, Бен, слушай внимательно, жди меня в гараже. Папа, оно приближается. Папа, в гараж, Бен, беги оттуда, живо. Папа. Да. Бен, ты меня слышишь, Бенджамин? В любом хорроре обязательно, в любом фильме ужасов обязательно бегите в гараж. Как можно быстрее в гараж. Награда за первое место. Я вот это променял на кусачек. Ребят. О. А, кухня, ключ заднего двора. Чё? Блин, правда что-то есть. Да стой ты. Не надо. Он меня убил. Так, у нас АЛ есть. А, папа, ты приглашен на мой день рождения. Да ну брось, ты чё, серьезно что ли? Фига у них тут. Работает не так, как надо. Ну да, оно опять сейчас будет это повторяться. О! Клоуны! Совсем не страшно. Клоуны, это не страшно. Это я взял. Я ключ взял, я нашел ключ. Я понял. Клоуны, это совсем не страшно. Бенджин с тобой? Так, короче, задний двор, да? Мы дошли до заднего двора.
Давайте здесь остановимся. 45 минут серия получилась. Я думаю, неплохое начало. Ну что? Ничего пока не понятно. Понятно, есть семья. Отец, мама, сын. Они все... А, еще и, конечно же, собачка Лаки. Да, овчарка, собачка Лаки. Как я мог забыть об этом четырехногом друге... Жестяном пухляшке, наверное. Не знаю. Они как-то застряли в этом всем. Изобретал какой-то вот... Опять-таки, да, как и на прошлой игре Гетеван, там, как изобрел Пандору, чтобы сознание проникать, воспоминания, то здесь он вообще изобрел целый мир, я так понимаю, чтобы электронный, даже не электронный, наверное, а цифровой мир, в котором, чтобы сохранить свое сознание и жить типа вечно. Наверное, что-то типа такого он хотел сделать, и вот оно, поэтому игра так называется «Перемещение». Переместили свой разум в цифровой мир. Ну, наверное, как-то так. Всем спасибо, кто досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. И всем, кому будет интересно, что же будет дальше, ставьте колокольчик. Всем пока-пока и до новых встреч.